Նրան համարում են սկանդալային, երբեմն խեն թուխել ար, բայց իրականում նա մարդ է, կին, ով ցանկանում է սիրել ու լինել սիրված ու կապ չունի թե ում կողմից։ Իմ հյուրն է այսօր Եվա Ռիվասը։ Բարի երեկո, Եվա, շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել սպիտակ ու սպիտակ անկյունում։ Я старалась. Добрый вечер. Верчи Шерджанум, Куан Ван Хетьевар Хасараке, Форду Хайтне Вецир, Хайкакан Шоу Бизнесум. Скандал не решатаин, Карцес. Пиар, сев пиар решатаир. Юра Канчур, пиар не кесамар, пиар ты угаки да терия унену манках кезанит. Вообще-то я считаю, что как такового черного пиара не существует. Это лично мое мнение. Потому что человек не может полюбиться зрителю, используя какие-то темные стороны своей жизни или темные стороны своего характера. Исключительно этим невозможно сделать пиар. Поэтому люди просто называют это черным пиаром, потому что это создает скандалы. Но у меня нет такого, чтобы кто-то занимался моим черным пиаром. Просто я пытаюсь показать людям, наконец-то, уже себя настоящим. Потому что, когда было Евровидение, тогда, когда я только появилась здесь, и мне было сказано скрывать свои эмоции, в основном все. Просто мой продюсер не разрешал мне проявлять себя такую, какую хочется показать. Настоящую, искреннюю, разную, открытую, вот такую. И поэтому я не стесняюсь делать того, чего мне хочется на самом деле. Это может не входить в планы чьи-то. Это может быть для кого-то чересчур слишком, да? Для кого-то слишком громко, для кого-то слишком ярко, для кого-то слишком открыто, для кого-то слишком вульгарно. А для меня это просто я. И, как ни странно, люди называют это черным пиаром, но не перестают меня любить. И это самое главное. Наверное, все-таки они чувствуют, что это не наигранное что-то, не какой-то спектакль, который я устраиваю, а просто Ева Ривас настоящая. Такая, какая она хочет, чтобы ее видели все. Вот что важно. Айсинкан стацфуме айнпес, вор айн еван ворин мэнк норц цанутацанк, эн амена-амена сказбит, ефор ду екар хандес калу евратесилум, айд дайр архестакан еван. Айд дайр хагацац. Айсинкан ду вонцор покрик ерехайн пакум эн капанкнери меч эн дынум, ев ду стипват цанум эс айн инч карели эу, хето инч вор ми пахи кэс бац эн тогнум, ев ду азатес. Այդ դեպքում չի ստացվում, որ դու երբեմն, երբ որ կապանքներդ ազատվում են, անում ես ավելին, քան գուցե այդ պահին զգում ես։ Я была не искусственная, просто во мне намного больше эмоций живет, нежели я показывала тогда. Это тоже была я. И я сижу здесь сейчас, и эти эмоции, эти чувства, эти все черты характера, которые были тогда, они во мне присутствуют, просто их намного больше. Палитра намного шире моего внутреннего мира. Вот. И не было такого, что, допустим, теперь все можно сорваться с цепи. Нет, я прекрасно могу себя контролировать. И я, нет такого, что я хочу что-то сделать сверхгромко или сверхсумасшедшее, я этого не делаю. То есть я не являюсь совсем сдвинутой. Нет такого. Просто добрый, открытый, хороший человек, никому не желающий зла, и которому не нужно придумывать какие-то пиар-ходы для того, чтобы услышали, заметили. И мне не нужно с кем-то ругаться и скандалить для того, чтобы создать этот пиар. Я просто тихо, мирно делаю свою работу. Я являюсь сейчас, для меня самое главное на данный момент, это голос. Вот. И сейчас для меня это работа. И если в процессе мне хочется выразить как-то свои эмоции, я обязательно это сделаю, потому что потом, если я этого не сделаю, за сценой я с кем-то буду ругаться, срываться, потому что внутри у меня уже останется вот это, те эмоции, которые хотелось бы выпустить, но я их оставила внутри. Вы знаете, очень тяжело жить людям, которые все скрывают в себе.
и создают искусственные вот эти образы. Они становятся злые, и нервные морщинки начинают появляться у женщин. Потому что, когда нервы живут внутри, они выпускаются регулярно. Женщина даже счастливой быть не может. Шат, хетакркир ми бан есинк синц хамар накатэци, ерп фор ес... Նայում եմ քեզ, օրինակ, Հայաստանի ձայնում կամ ինչ-որ մեկ այլ հարցազրույցի դեպքում և այն Եվան, որին ես քիչ առաջ ծանոթացա այսպես իմ հաղորդումից դուրս, երևի թե մի 5 րոպե առաջ, ինձ թվաց, որ ես այսօր ծանոթացա իսկական Եվային, ու խնդիրային չի, որ դու այսօր եկել ես շատ հանգիստ հագնված, դեմքիդ գրեթե շպար չկա, այլ ինչ-որ մի իսկական բան տեսակո մեջ. Այն ինչը գուցե երբեմն չեմ տեսնում և գուցե հենց դա էլ քո բազմերանգությունն է, դա էլ քո ինչպես քարն է, հա լինում, տաշած մի քիչ, ռուսերեն բառը ստիպված պիտի օգտագործեմ, դու մնագագրանն է, ինչպես եվ դու ասեցիր. Очень правильно вы подметили, именно многогранность во мне присутствует. Во мне уживаются настолько несовместимые между собой образы, для других людей несовместимые. То есть быть какой-то нежной, такой тихой, обычной, скромной и при этом сумасшедшей байкерской, я не знаю, какой-то там поехать на мотоцикле, кататься, с ума сойти, потом одеть шикарное, роскошное платье, быть принцессой. Это все я. И в зависимости от настроения у меня это происходит. Вот сейчас, например, я в таком непонятном уличном стиле одета, и я так выгляжу не потому, что я так оделась для вашей передачи, я так выгляжу, потому что я так в жизни люблю одеваться, вот повседневные какие-то дела, встречи, там туда-сюда, все, наверное, думают, что я езжу на Майбахе, и у меня там есть 3 помощника, охранники, там еще кто-то, и что я одеваюсь исключительно там Луи Виттон, там, не знаю, что-нибудь еще такое. Да, я женщина, и я люблю, конечно же, естественно, такие вещи всякие, бриллианты люблю. Вот. Но сейчас на мне нету вообще даже часов, вот как-то мне не нужно вешать на себя много чего-то там, бриллиантов, и одевать брендовые вещи для того, чтобы я себя чувствовала комфортно и хорошо выглядела. Вот. И, наверное, поэтому в последнее время я все чаще появляюсь именно в таком образе перед зрителем. Недавно, вот скоро покажут даже видео, я была в очках. Я вообще ношу очки, но раньше для меня это было подобно смерти просто, одеть в эфир очки оптические. Я не хотела, чтобы кто-то знал, что я очки вообще ношу, что у меня зрение плохое. И вот я решила одеть очки, и я несколько дней вот так вот по всем эфирам бегала в этих очках. И так и мне хорошо, что еще на один секрет меньше стало, да, в моей жизни. Это с бартуйтнерить зерпазатман хантире скасельку, шарджане скасельку кянкум. Ай сайланем, ай ете эс чанапарин эм анкехцуцян, уремен сайласем. Уремен эт акноцнел хакнем. Не то, что я избавляюсь от сложностей. Я просто пытаюсь быть максимально естественной, потому что для меня чрезвычайно важна любовь людей. Если меня не будут любить, тогда зачем я вообще нужна на эстраде? Кому нужны мои песни? Зачем нужны все эти интервью, которые я бесконечно даю? Зачем? Людям нужно от нас, если они интересуются нами, артистами, то им именно интересна наша настоящая жизнь. Ведь придумать можно все, что угодно. И когда я показываю себя максимально естественной, они уже могут наверняка знать, любить они меня будут или не будут. Но не за то, что выдумано, а за то, что есть на самом деле. У любого человека будет сторонник. И у любого будет тот, кто будет его любить. Даже самые грешные люди на этой земле окружены теми, кто их любит. Просто для них они хорошие, для кого-то плохие. Точно так же и у святых. Святых тоже не все любят. Поэтому мне чрезвычайно важна любовь народа. И если я ношу очки, я хочу показать, что я это делаю. И, может быть, какая-то девочка, которая стесняется вообще в очках пойти в школу, которую очкариком там называют, да, в школе, она увидит, что Ева Ривас тоже в очках. И, во-первых, она будет за это меня любить.
А во-вторых, она поймет, что на это не нужно обращать внимание. Намного другие вещи имеют значение. Поэтому, когда в следующий раз кто-то обзовет их в школе очкариками, они уже по-другому будут себя вести, отвечать будут по-другому. И все вот так, абсолютно все. Девочки, которые не могут одеться богато и красиво, должны увидеть, что можно быть звездой, не нося Louis Vuitton. Դու մի քանի անգամ օգտագործեցիր սեր բառը։ Ինձ սիրեն, այն մարդիկ, ովքեր ինձ շրջապատում են, ինձ սիրեն, այն մարդիկ, ում համար ես աշխատում եմ, ինձ սիրեն։ Դու ունես այդ սիրո պակասը և ինչքանով ես դու այդ սերը տալիս այն մարդկանց, ովքեր քեզ շատ մոտ են, չեմ խոսում հիմա քո հանդիսատեսի մասին, այլ այն մարդկանց, ովքեր քեզ շրջապատում են։ Люди, которые меня окружают, это такой круг, очень маленький круг. Я не говорю о знакомых, их очень много, все, у всех так. Люди, которые являются мне близкими, друзьями, это моя семья, несколько друзей. Вот. Они меня любят, и я их люблю. Они не будут любить, если я не буду любить. Я стараюсь вообще как можно больше выкидывать в воздух вот этих вот флюидов любви, потому что все-таки женщину любовь украшает, и не обязательно, чтобы чужая это была любовь. Можно самой любить. И любить даже чашечку, которая на столе стоит. Если нам от этого будет хорошо, от этой любви, значит, это будет написано у нас на лице. Был просто, знаете, такой период у меня в жизни, когда мне приходилось очень много скрывать и притворяться, что я счастлива. Всем улыбаться в лицо, а потом приходить домой плакать. Мне так надоел этот период в моей жизни. Он длился где-то года полтора, наверное, два. Мне так это надоело, что больше я так не хочу. Поэтому, если я пою, то только для того, чтобы люди любили меня и мои песни. Если этого не будет, тогда я не вижу смысла в моем существовании вообще на эстраде. Тогда нужно в бизнес идти. Ты мне анкам кухарцазрицнерից մեկի ժամանակ ասել ես, ես էլ եմ ծիծաղում, լացում, կարող եմ սիրել, տարապել, տխրել, բեմում գուցե տարբերվում եմ ձեզանից, բայց տուն վերադառնալով դառնում եմ մամայի ու պապայի աղջիկ. Դու թույլ կտաս, որ հանդիսատեսնել քեզ տեսնի լացելիս? А уже неоднократно такое было. Уже с тех пор, как я выпустила из себя, когда я открыла себя, я стала вести... Если раньше я сдерживала слезы, то сейчас я этого больше не делаю. И когда... И на голосе я уже несколько раз плакала. Честно говоря... Люди могут неправильно это воспринять, мои слезы, но если я не могу этого сдержать, то не могу, извините, да. Когда меня распирает от эмоций, когда лишний раз кто-то, даже от того, что меня понимать начинают люди, понимать по-настоящему, уже это может вызвать у меня слезы. Բայց դրանք ուրիշ արցունքներ են, դրանք կարող են գնահատվել որպես զգացմունքային արցունքներ, դրանք կարող են գնահատվել որպես երջանկության արցունքներ, բայց լինում են դեպքեր, երբ որ այնքան ցավացրած ես, այնքան ցավ ես ապրում ինքդ քո մեջ, որ այդ տեսակի արցունքների մասին եմ ես խոսում, որոնք կարող են ուղակի քեզ դարձնել շատ խոցելի և շատ թույլ այն նույն մարդկանց առաջ, ում համար դու օրինակ ես ծառայում։ Ну, вы знаете, такие слезы тоже, безусловно, присутствуют. Честно говоря, я не помню, когда я последний раз плакала от переживаний. Наверное, потому что не поменяла свою жизнь. Вот. Но и такие моменты тоже были. Но никогда никто, кроме близких, не увидит этого. Потому что это вопрос... Просто это не нужно. Если ты плачешь перед кем-то, значит, ты готов пожаловаться на что-то. Что я плачу, потому что вот так произошло в моей жизни. Меня обидели, меня предали, унизили, что угодно может быть. А зачем это знать чужим людям? Если близкая подруга или мама. Как правило, это мама и сестра, они видят мои слезы. Но есть и близкие подруги, которые выслушают, поймут и потом не будут упрекать или жалеть. Я жалость очень не люблю. Жалость, ненавижу просто жалость, поэтому это еще одна причина, по которой я не плачу перед знакомыми.
Ай, խոսեցինք ընկերուհիներիդ մասին, դու նույն չափով թույլ ես տալիս, որպեսզի նրանք մատնանշեն քո սխալները? Եվ երբեմն լինում են մեր կյանքում պահեր, երբ որ պատկերը այն չի ու կա կողքիդ ընկերուհի, ով քեզ ցույց է տալիս իսկական պատկերը նրա, ինչ որ կա կողքիդ, ոչ թե այն, ինչ դու նայում ես, այլ այն, ինչ որ կա, այն, ինչ չես տեսնում, դու թույլ ես տալիս դա նրանց? Близкие, да. И их мнение мне интересно. Если, например, человека, который мне не очень близок, мне не интересно его мнение абсолютно, потому что чересчур много людей пытаются высказать его. Свое мнение обо мне, о моей жизни, тем более, как вы сказали, много скандалов, и каждый должен обязательно высказаться по этому поводу. Поэтому я научилась абстрагироваться от этого, от всего. Мне неинтересно. Во-первых, я в состоянии сама принимать какие-то правильные решения. И не знаю, минус это или плюс, но мне не нужно показывать на мои ошибки для того, чтобы я признала. Я сама знаю, когда я ошибаюсь. Иногда даже бывает так, что я иду на ошибку осознанно. Я понимаю, что это будет ошибка, но, может быть, в какой-то ситуации нет другого выхода, выбора нет. Такое тоже бывает. А вот по поводу советов, по поводу подруг, я всегда прислушиваюсь. Но их единицы. Может быть, один человек здесь, два в Москве, один в Ростове. Եղել է այսպիսի մի դեպք, չէ՞ որ լինում են մարդիկ, ում հետ մենք ծանոթ չենք, շատ չենք շփվում նրանց հետ, բայց օրինակ ինչ-որ մի պահի մենք նրանց հանդիպենք և նրանց կարծիքը շատ կարևոր լինի այդ պահին? Трудно, честно говоря, затрудняюсь даже ответить. Незнакомый человек или мало знакомый, или просто знакомый. Համարենք, որ մեկը, ում որ դու շատ տեսել ես հեռուստացույցով, ում կարծիքը շատ կարևոր է քեզ համար, բայց երբևէ առաջ չես ունեցել նրա հետ հանդիպելու և մտերիմ էլ չեք, բայց այդ կարծիքը կարևոր է. Нет, потому что человек, который, с которым я не встречалась, он не может меня знать настоящую. И, безусловно, в его голове будут присутствовать какие-то стереотипы, связанные со мной, mm-hmm. которые все навязывают, да, друг другу вот так по цепочке. Поэтому просто он не сможет объективно судить ни о характере, ни о поступках. Да и вообще, зачем чужому человеку обсуждать другого? Я вот этого не могу понять. Никогда в жизни никого не обсуждала и не лезла в чужую жизнь. Чикитам, оринак Хайастани дзайну мун горцнеюцян масин. Оринак. Ոչ թե խոսկը գնում է բամբասանքի կամ քննարկման։ На самом деле, вот это, да, это, конечно, интересно послушать. Мнение профессионала, не любителя. Мнение профессионала. Мне интересно, допустим, если я пою национальные песни, народные, фольклор. Мне очень интересно услышать мнение таких людей, как Рубен Матевосян, Анна Майлян. Мне интересно послушать замечания. И в такой ситуации я буду прислушиваться и меняться, потому что говорить то, что я самая лучшая, я все умею, этого никогда делать нельзя, потому что существуют профи, которые знают, как правильно. То же самое в готовке, то же самое, там, я не знаю, стилисты, там, разговор, просто разговор, да, монологи, когда... Если мне кто-то сделает замечание по поводу моих слов, что так не надо говорить, так надо, я всегда буду прислушиваться. Но это не касается характера или жизни, этого чисто... Че, драмасин чен косом, драмар каненкенер ну унтаник. Մի անգամ դու մի առիթով ասել ես, որ անձնական կյանքումդ շատ ժամանակ ես կորցրել և հիմա էլ շատ նվիրված ես քո աշխատանքին, 24 ժամդ գրետ է տանում է դա, չես վախենում, որ այդ ժամանակն էլ կգնա։ Нет, знаете, не боюсь, потому что для меня самое главное – это сцена. Были мужчины, которые приходили в мою жизнь, дарили мне эмоции какие-то, счастье, любовь. Но потом они из этой жизни, из моей уходили, и за собой это ничего не оставляет. Больше вот это потерянное время, я считаю.
Ну, потому что мне 27 лет, и у меня было несколько отношений с мужчинами. И я не, до сегодняшнего дня ничего не имею от этих отношений. Что это было вообще? Хорошие воспоминания, хорошие и плохие. Но в жизни я никакого толку и никакой выгоды не поймала от этих отношений. А вот когда я работаю, это новые песни, это новые поклонники, это, знаете, вот есть такие характеры у людей, творческие характеры, вот это я. Наверное, я буду закрываться в себе и как цветок, который не поливают, если я не буду раздавать во все стороны свои эмоции, если я не буду петь песни, рассказывать. Ведь я очень многое о своей жизни рассказываю именно через песни. Я не люблю такие бессмысленные произведения петь, я люблю со смыслом. Поэтому ни один год потраченный на работу и на развитие, на рост, когда я пою, когда работаю, я развиваю голос, я знакомлюсь с новыми людьми. Разве это можно сказать, что это время было потрачено зря? И я уверена, что именно работа приведет меня к тому вот единственному мужчине, с которым я буду до конца жизни. Իսկին այնուամենայնիվ այնպես չի, որ դու չես նայում դեպի ընտանիք, չես նայում դեպի այն տղամարդը, որին մի օր կհանդիպես, և չես գտնում, որ առհասարակ պետք չեն նրանք քո կողքին, և դու կարող ես ապրել այնպես, ինչպես ապրում ես. Не то, что не обращаю внимания, у меня не получается на них не обращать внимания, потому что они со всех сторон меня окружают. Везде я работаю с мужчинами, и помощники у меня мужчины. Ну, в общем-то, так сложилось, что всегда вот так. Я привыкла даже к таким застольям, в которых только я одна женщина за столом. И это для меня уже норма. Я хочу семью, я хочу много детей, но я не фанатично сейчас об этом просто думаю. И потом, если ты пытаешься что-то форсировать, если ты будешь бегать по всему миру и искать здесь, там все равно не найдешь. Потому что как судьба решила, так и будет. И даже бывает иногда, знаете, как, когда ты очень сильно хочешь чего-то, допустим, выйти замуж. Ты познакомишься с парнем, и ты в своей голове насильно ты припишешь ему те качества, которые ты хочешь видеть. Влюбишься за эти качества в него, а потом будешь страдать, потому что ты сама придумала эти качества. А на самом деле человек другой. Поэтому не нужно никого искать, все должно быть судьбоносно, ярко, резко. И вот судьба, она знает, что делать. Бог знает, что он делает. Если мне 27, а у меня нет еще детей, я понимаю, я раньше жаловалась, я просила детей у Бога, я очень хотела детей. Хотела выйти замуж прям официально с кольцом, там, с свадебным платьем. Но я понимаю, почему он мне это не дал. Потому что это было не мое. Но когда мы влюбляемся, мы становимся слепыми. И мы не можем адекватно судить и понимать то, что это совершенно не для нас создано. Этот человек не наш. Я благодарна ему. И с тех пор, как это вот все вот произошло, много чего произошло в моей жизни, я поняла то, что просто нужно делать то, что ты делаешь, делать это хорошо. А то, что касается семьи, можно и в 40 лет завести семью, но она будет счастливая. А не так, что сегодня лишь бы выйти замуж, а потом через 2 года развестись, потом дети будут страдать. Зачем это нужно? Բայց այնուամենայնիվ, երբ որ մտածում ես այդ տղամարդու մասին, որը մի օր կգա եւ ես լյովին համամիտեմ նրա հետ, ինչ որ դու քիչ առաջ ասեցիր. Բայց որոնք են ամենակարևոր հատկանիշները, որոնք պիտի լինի նրա մոտ քո կողքին լինելու համար, որ դու թույլ տաս, որ նա լինի կողքիդ. Կարծում եմ պիտի ավելի ուժեղ լինի քեզանից, սա առաջինը. Да, мужчина должен быть сильнее меня, это в первую очередь. То есть с человеком, который слабее, я даже не буду общаться. А я очень сильный человек. И меня трудно, как сказать так поаккуратнее, меня трудно обуздать. Вот. А если я сильнее, чем мужчина, ну мне неинтересно просто, я никогда не смогу влюбиться. Были мужчины, которые пытались поставить меня на колени перед собой, заставляли меня становиться перед ними на колени, да, это образное выражение. Вот с таким мужчиной я никогда не задержусь. Но есть умные мужчины, которые заставляют захотеть стать на колени,
захотеть, чтобы я сама захотела вот так вот все свои отпустить силы, перестать спорить, перестать качать свои права. Потому что человек достойно заслужил того, чтобы быть номером один, а ты останешься номером два. Это самое главное, и на самом деле это очень трудно. И для этого в мужчине должны быть качества и ум, и чувство юмора, и серьезность. Я не люблю таких шабалдаев, несерьезных. Я люблю мужчин, которые думают о будущем, думают о своей семье. Ненавижу бездельников. Причем мне не столь важно материальное состояние, потому что мне, во-первых, много для счастья не надо. Во-вторых, я в состоянии сама себя содержать. Конечно, со временем, когда будет семья, нужно, чтобы это все было обязанностью мужчины. Но мне не нужно, чтобы ко мне пришел мужчина, который на 100% является уже состоятельным. Потому что, мне кажется, рост вместе – это вдвойне приятно. Вот вместе расти, вместе развиваться, зарабатывать свои миллиарды. Вдвоем. Это очень классно. И когда я знакомлюсь с парнем, мне достаточно, чтобы он хорошо выглядел, чтобы он грамотно разговаривал. Я ненавижу понты. Я готова порубить все головы за понты, клянусь. Когда мужчина имеет очень много и при этом понтуется, для меня этот человек умирает сразу. Я обожаю скромных людей, которые мало разговаривают, говорят, если говорят, по делу. Все четко, одной фразой просто наповал. И которые при своих состояниях, которые они имеют, при всем, что они имеют, они никогда этого не покажут и не унизят других вот этими своими понтами. Потому что столько раз было, когда сидишь в компании из нескольких человек, кто-то является ого-го каким, а кто-то послабее или помоложе, или, ну, в общем-то, в жизни не сложилось. И когда человек начинает выделываться, да, он этим самым очень обижает того, кто рядом сидит. Никогда мужчины этого не показывают. Но это же комплекс неполноценности страшнейший вот рождается. А я не люблю, когда у людей комплекс неполноценности рождается, тем более у мужчин. Մենք շատ երկար կարող էինք խոսել, ես ինքս ինձ համար բացահայտեցի, որ շատ երկար կարող էինք դեռ խոսել ու կկրկնվեմ ու կասեմ, որ ես ինձ համար նոր եւս այսօր բացահայտեցի, բայց ժամանակն է եկել, որպեսզի ես տամ իմ վերջին 10 բլից հարցերը քեզ։ Իր, որը միշտ քեզ հետ է։ Ահա, տելեֆոն։ Իրադարձություն, որը հիմնովին փոխեց կյանքդ։ Мой переезд год назад из Москвы в Ереван. Кокянки каркахоса? Я сделаю все, чтобы не сбиться с пути. Я иду, чтобы жить, я живу, чтобы идти. Եթե մեկ օրով դառնայիր անտեսանելի, ինչ կանեիր? Ой, как много раз я мечтала об этом. Я не знаю, что я сделала бы. Ну, наверное, банк ограбила бы, скорее всего. Потому что мне это интересно вообще, как вот это вот бандиты, как они живут. Ում հետ կցանկանայիր փակված մնալ վերելակի մեջ? С какой-нибудь очень-очень великой звездой, может быть. Может быть, с актрисой, с какой-то очень известной голливудской. Или с певцом, как Майкл Джексон. Вот с таким человеком. Чтобы он никуда не смог от меня уйти, и чтобы поговорить со мной. Потому что такие великие люди, мне очень интересна их жизнь. Ты у нас երկու կախարդական փայտիկ, մեկը քոնն է, մյուսը ում կտաս, և ինչու? Сестре, да. Почему именно ей? Потому что сестра ближе, чем подруги, и она достойна того, чтобы изменить свою жизнь так, как она захочет. Вот. А почему сестре, а не родителям? Потому что родители все равно отдадут палочку сестре. Потому что свою жизнь они уже прожили, и они хотят, чтобы у нас все менялось в лучшую сторону. Ну вот как бы это единственный вариант у меня. Երեք գույն, որ հենց հիմա եկավ մտքիդ։ Չորնը, բելը, կրասնը։ Եթե իմանայիր, որ մինչև կյանքի ավարտը մնացել է 90 րոպե, ինչ կանեիր։ Ай, поеду домой к маме, папе. Это 100%, потому что столько было фильмов разных, когда то конец света, то еще что-то. И вот, знаете, невольно сидишь и представляешь, а если ты такой, окажешься в такой ситуации, когда я представляла, что я буду далеко от родителей в этот момент, у меня такая паника наступала. Что угодно, только быть вместе с семьей, с мамой, с папой.
Խնդրում եմ ավարտես հետևել արտահայտությունը, կյանքն ինձ համար անիմաստ կլիներ, եթե? Я была бы другой. Ինչ է քեզ այսօր պակասում կատարյալ երջանիկ լինելու համար? Ой, честно, да? Честно говоря, у меня столько проектов в планах и очень важные проекты, столетия геноцида, новые клипы, новые песни, ну, в общем-то, грандиознейшие планы. И все это лежит на полке, потому что мне не хватает средств на то, чтобы воплотить это в жизнь. Наверное, ну, вообще для того, чтобы я была счастливой, мне нужно работать. Это я уже, думаю, вы поняли. А это как замкнутый круг. Мне не дает это начать работу для того, чтобы быть счастливой. В общем, так как я все сама спонсирую, сама себе спонсор, как говорится. У меня спонсоров сейчас никаких нет. Вот, поэтому мне трудно на себе все это тянуть. И это немножко ломает мое счастье. Я бывает иногда сяду и часами могу думать, что делать, как сделать, как снять это, как это снять, да, и так далее. В общем-то, вот чего мне не хватает для счастья. Все остальное есть. Я сказала, что мне не хватает для счастья. Спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Այսպիսին էր Եվարիվեսը Սպիտակ անկյունը, Սպիտակ անկյունում։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։